начинаем наш розыгрыш, который все очень долго ждали. Сейчас мы разыграем вот эти замечательные сертификаты среди наших участников. Алина будет мне помогать вытаскивать бумажки. Ты как маленький ребенок, знаешь, на руках. Для начала мы разыграем замечательные сертификаты в наш любимый броу-бар. На эти сертификаты обладательницы что-то счастливых билетов смогут сделать себе бровки или любую другую услугу. Сертификат номиналом 500 рублей. Итак, победитель номер один. Первый сертификат улетает. Марина Сильванович. Марина Сильванович выложила фотографию в Инстаграм. Мы ей обязательно позвоним, свяжемся, и она его заберет. Так, нам необходимо, чтобы это все никуда не терялось. Может быть, есть степлер? Нет. Заворачивай. Ну, раз. Победитель номер два. Вторые брови. Елена приобрела у нас сегодня кое-что из новой коллекции. Да, оставила свой мобильный. Все, Елена, мы с вами обязательно свяжемся. Елена уже с бровями почти. Итак, и третий победитель. Новгородцева Екатерина выложила фотографию в Инстаграм с нашей чудесной вечеринки. Да, замечательно. Ну что же, три победителя в номинации «Брови в подарок» определены. Мы переходим к замечательному фитнес-клубу Берри. Ну что, у нас есть целых три сертификата на трехразовое посещение этого замечательного фитнес-центра. Сразу скажем, что мы были очень впечатлены, когда мы познакомились с ним, и сами очень сильно захотели туда пойти, позаниматься спортом. Он действительно необычный. Такого вы еще не видели. А если видели, то вы забудете, что вы видели. Посетя его. Итак, победитель номер один. Кто у нас станет спортивным? Становится Кекса! Евгений! Итак. Евгения, может быть, вы начнете свой путь к, собственно, спорту? Ладно, победитель номер два. Им становится Ева. Ева была у нас сегодня в гостях, и вот, собственно, сертификат этот ей. Блин, и третий сертификат. Это вообще до видео, девочки. Третий сертификат Полина Жерздева. Поздравляем! Сегодня на стол обладатель симпатичного платья. Далее мы переходим к... Ой, это замечательная подарочная карта в Панораму. Это центр скалолазания. Карта номиналом 1000 рублей. Можно прийти, полазить или... Например, позаниматься йогой или какими-то другими. Там, этого сертификата хватит примерно на 2,5 посещения. Ну, то да. Есть, 2,5 делить. И обладая обладателем посещения данного клуба становится... Дариша из Стокгольма! Поздравляем! И, наконец... Последний приз. Держи. Последний приз, что у нас? Здесь мы сейчас разыграем нашу любую вещь из новой коллекции. Вообще, вот абсолютно любую, одну. Одну. Я хочу переодеть. Итак, победителем становится... Ой, мне уже жарко стало. Альбина Алунева! Альбинка очень везучая девочка. Она на самом деле очень часто побеждает в различных конкурсах. Но... Вот сегодня я день. Поздравляем всех выигравших. Спасибо, Альбина, всем, поздравляем тебя. У тебя теперь будет еще крутая юбка. Нет, на самом деле розыгрыш честный в этот... Нет! Вот публика, которая была, и вот там еще... Там слезы, там слезы. Спасибо всем, кто пришел. Было очень весело, круто и вкусно. До новых встреч!